Глава Северского района Андрей Дорошевский вместе с заместителем министра промышленной политики Краснодарского края Михаилом Дорошковым посетили акционерное общество «Краснодарский завод промышленных минералов», бывший завод «Утяжелитель». Расположено предприятие в поселке Ильский. На сегодняшний день это крупнейший производитель и поставщик молотого известняка в Краснодарском крае и лидер среди производителей бентонитовой продукции в Южном федеральном округе. Органобентонит – именно то, в чем нуждается страна. Он необходим в разных областях, преимущественно при производстве лакокрасочной продукции, в нефтяной и газовой промышленности. Сегодня более 90% сырья ввозится из-за границы. В нашей стране максимально работают программы по поддержке и развитию предприятий, работающих на импортозамещение, способствующих открытию новых технологических линий. Именно это и хотят сделать на заводе. Если весь импортный бентонит – это примерно 4500 тонн, ввозимых за год, то Краснодарский завод промышленных минералов производит порядка 700 тысяч тонн в год. А благодаря мерам государственной поддержки этот показатель удастся увеличить. Инвестиции на 2023 год запланированы в объеме более 126 миллионов рублей. Завод имеет огромные возможности, опыт, технологии и квалифицированные кадры. Работа предприятия – пример успешного решения задач импортозамещения на Кубани.